Олександре, розкажіть про вас. Прокоментуйте, будь ласка, чи ремонт матч вашої команди, ви отримали ігровий час від тренера. Так. Теж приємно, так, ми бачимо на Майдані. Ваш експрес на Майдані сьогодні? Ну, хочу сказати, що ця гра була важкою, адже ну, Черкасам не було що втрачати, вони грали пресом всю гру. І дещо, але ми все ж таки змогли десь зібратися, цей пресинг розбити, влучили декілька важливих трьохочкових підків. В захисті десь вдалося їх стримати в першій половині, не пропустили багато очків. Думаю, це допомогло нам перемогти. Дякую. Давай, діді. Ну, поверьте, это частично это обманчиво, потому что мы оставили очень много эмоций. Мы оставили очень много эмоций уже неделю назад, когда, я хотел бы сказать, условно уверенно выиграли в Черкасах, потом через 4 дня игра была здесь, в Слевске, опять эмоции, мы понимали, что это, ну, скажем так, ключевая игра, или закончили Евросезон, или идем дальше. И сейчас эта игра, поверьте, Черкасы не самый такой лучший, условно опять, конечно, соперник. Они играют такой провоцирующий, я называю, баскетбол. Где-то стараются подваивать, где-то атакуют, иногда это организовано, иногда это нет. И если ты в какой-то момент не готов к этому, я сказал перед игрой такое слово просто, что Черкас такой, когда подготовка к игре, что Черкасам нечего терять, и они 100% будут рисковать. И в такой ситуации, если или мы используем это и контролируем игру, или не используем, начинаем нервничать, и у Черкас есть какой-то шанс. Так и было, они старались по сравнению с предыдущими играми атаковать наших больших, как мы говорим, с сильной стороны, и они такой условный прессинг всю игру применяли, да, они из этого условно не извлекли, одновременно я хочу сказать, что мы тоже не извлекли много из этой их защиты. У нас было много бросков, много таких, но больше у нас было, если я, наверное, выражусь, таких поспешных, мягко говоря, глупых решений нападения, из которых, если не ошибаюсь по статистике, мне сейчас помощники сказали, что в втором тайме у нас было 11 потерь, из которых черкасы забили 17 очков. Это часть баскетбола. Да? Но самое главное, есть, я думаю, часть баскетбола – принимать правильные решения и не терять мяч. И заставлять соперника играть 5 на 5. Да? Ну, частично мы справились, все равно. Я считаю, что мы контролировали всю игру, да, что перед своими зрителями не опозорились и ну, довели до логичного финиша. Да. Честно, мы устали чуть-чуть от Черкас уже. Играли две игры перед сезоном, сейчас уже одну лиги, две кубковые, да, что-то устали друг от друга. Сегодня не играл Максим Сам. Клуб, по обоюдному решению, клуб и Максим решили расстаться. Николаев, да? Окей. Когда дойдем до них, тогда и будем думать. Ну, сейчас я думаю, что лучше может быть такой лучший раздражитель для игрока, который себя уважает, который тебе отымел две недели назад. Да? Мы помним, как Николаев нас опозорил в прямом смысле, да, и если это не такой экстра раздражитель, экстра мотивация, тогда я ничего не понимаю в баскетболе. Посмотрим, когда будем, тогда будем играть. У нас до этого еще длинная дорога до Николаева, что, насколько я знаю, по регламенту кубка. Ну, у нас следующий такой хороший такой, за 5 дней 3 игры. Среда, пятница, воскресенье. Круто играем. Какой отдохнуть? Команда, чтобы хорошо играла, во-первых, надо тренировать и отдохнуть. И нас сейчас, если так брать, как я сейчас сказал ребятам, завтра у нас, конечно, по плану была намечена утренняя тренировка, но
она отменяется. Я сказал, что мы не хотим друг друга видеть, мы должны отдохнуть чуть-чуть друг от друга и только вечером встречаемся. Да? Поверьте, это нелегко, и я знаю, что это значит для игроков. И мне очень нравится отношение игроков. Что-то получается или не получается, но мы профессионалы. Мы свою работу делаем. Спасибо. Спасибо.